Добрый день! Я рада приветствовать вас на нашем канале «Творческая семья». Что мы сегодня будем делать? Моя сестра Люда предложила нам спечь домашний хлеб и приготовить идеальную закуску. Честно скажу, помидорчики, огурчики, я это все умею. Но лаваш для меня было открытие. И сегодня мы с вами будем готовить идеальную закуску по рецепту моей сестры Людмилы. Люда, смотри, хлеб мы приготовили. Немножко он мне подгорел. Не усмотрела. Посмотрим, что у нас получилось. О, какой хлебушек. Он горячий. Люда, по твоему рецепту. Я думаю, тебе понравится. Так. И приготовила кирпичик. Более понятный по размеру, форме. Так. Еще, Люда, хочу обратить на твое внимание. У меня тоже есть хорошее чудо-кастрюлька, в которой я могу и хлебушек печь, и тушить кабачки. Все могу, только у меня другого цвета. Теперь мы все приступим к готовке идеальной закуски. Сразу всем скажу, если моя сестра Люда, мы двойняшки, мы очень похожи. Ну и, конечно, у нас есть различия. Первое различие в том, что я живу в Латвии, при Балтике, а моя сестра уехала и живет в России на севере, рядом с Мурманском. Поэтому немножко мы будем отличаться. Первое и самое большое различие в том, что я никогда лаваш не готовила. На самом деле никогда не готовила. Так что мы будем по Людиному рецепту готовить первый раз. Если честно, немножко переживаю. Посмотрим, как он выглядит. Ух ты. Ну, наверное, так будем ложить. Very nice. Нет. Не, наверное, мы... забыла я взять. У нее было... У нее еще аджика была. Вот я вспомнила. Я не знаю, такая же анжика у нее или другая, но, скорее всего, другая. Но у нас тоже есть анжика. Что мы будем делать? Насколько я помню, мы должны анжику положить. Она делала два вида, мы сделаем один. И размажем. У меня даже есть такая штучка, как у Люды. Размажем. Немножко. Так. Немножко майонеза. Теперь мы должны положить листики салата. Скажу, ощущения такие интересные. Когда смотришь в ролике, кто-то готовит, кажется, все так просто, все легко. И я точно так и думала. Вот сейчас я ложу и даже думаю, правильно я этот листик положила, неправильно. У нее так все красиво, быстро, профессионально. Но у нас тоже получится. Наверное, еще надо положить листик. Так. Надо понемножку там даже. Так что присоединяйтесь. Кто никогда не делал лаваш, тоже попробуйте вместе со мной сделать. Скажу, очень интересно. Очень интересно. Дальше я возьму лучок. Разбросаем крышку.
Когда я мариновала, я залила кипятком, лимонным соком сразу выбелила. И немножко-немножко только соль добавила. Я думаю, хватит. Я вам скажу, у нас уже получается. Так, самое главное вспомнить, что там дальше было. Так, помидорчики мы сделали. Ну, не знаю, что там было у нее дальше, но я думаю, надо огурчик. Как бы на красную зелень не хватает. Я не буду пользоваться тем ножичком, как у Люды. У меня вот такая терочка есть. Я думаю, получится неплохо. Так, посмотрим. О, как красиво получается. Ну, значит, так и сделаем. Ну, смотри, что где, наверное, попало. Ой, как свежестью пахнет. Домашний огурчик очень вкусный. Очень вкусный, сладенький такой. Ну, не знаю, хватит одного или еще надо. Теперь, я так понимаю, нужно натереть перец. Тоже пахнет вкусно. Я вообще люблю болгарский перец. Так, положим рыбку. У меня рыбка тунец. Я так понимаю, что повторять мы, Люда, на рецепт конкретно не будем один в один. Это будет неинтересно и скучно. Ну и в каждом доме нету таких одинаковых продуктов, вот как у меня. Грудки нету куриной. Но я думаю, с рыбкой попробовать тоже, я думаю, будет очень вкусно. Теперь продолжим дальше. Сыр. Будем ложить сыр. У меня такой сыр, где можно тоже поиграться. Баловство. Люда там баловством занималась. Люда, посмотри, мы тоже будем баловством. Все как нужно по рецепту. Мы не отходим ни на шаг. Я еще думаю, как мы назовем ролик. Я решила, будет идеальные закуски по рецепту от Людмилы. Дубль, давай. Так, надо намазать. Уже слюнки текут. Запах очень такой. Способствует к желанию кушать. Ну, идеальная эта закуска готова. Конечно, немножко надо было понервничать приготовление. Ну, первый раз. Ну, интересно было. Ну, теперь надо посмотреть, что у нас получилось. И попробовать. Вот идеальная закуска у нас
Готово. Теперь что нам надо делать? Попробовать. Теперь будем пробовать самое интересное. Попробуем. Очень вкусно. Я вам скажу, бесподобно. Такая вкуснятина. Люда, ты не обманывала. Скажу так. Многое я в жизни потеряла. Это точно, это без смеха. В самом деле, очень много потеряла. Я даже не ожидала, что так вкусно. Салатик хрустит, анжика и вот рыбка, это все вместе и постепенно открывает такой вкус необычный. Вот я честно говорю, что я лаваш никогда нигде не ела. Вот я сейчас пробую первый раз в жизни. Свой. Еще могу сказать, правильно Люда сказала, тушите свет. Вот я вам честно скажу, мои еще не знают, что он у меня готов. Что я пробую, я еще не выходила из кухни и никому не рассказывала. Вот сейчас попробуем. Дегустацию хорошую проведем. И тогда я своим тоже расскажу. Очень вкусно. Очень вкусно. Готовьте. Приятного аппетита, кто приготовил вместе со мной. Смело можно готовить. И я думаю, не надо никакие праздники ждать. Даже вот такой хороший, обычный день можно сделать такой перекус. Если в гости приходят, тоже можно угостить. Да, достойная закуска. Может быть. Подписывайтесь, ставьте лайки. Готовьте вместе с нами. До новых встреч. Пока-пока. Я только что отнесла попробовать своим и посмотрела, как мой муж пробует. Люда, скажу, Николай говорит, да, очень вкусно. А еще он сказал, достойно. Значит, мы будем готовить. Спасибо за рецепт.